Владимир Протасеня, руководитель Слуцкого районного центра автомобильной культуры и технического творчества детей и молодежи «Автомир» в деревне Козловичи Слуцкого района, один из тех энтузиастов, которые собирают, ремонтируют и восстанавливают различную старинную технику буквально из пепла. В его коллекции есть даже легендарный автомобиль-амфибия, но самое главное, он обучает этому подрастающее поколение, прививает ему любовь к технике. Первый экспонат в коллекции, подаренный соседом, мотоцикл М103 «Минск». Сейчас его не встретишь на улицах, только если в музее «Минск Мото». Всего в коллекции слуцкого мастера около 40 моделей. Из военной техники два автомобиля ГАЗ-67 и ГАЗ-64, автомобиль «Амфибия» ГАЗ-011, бронеавтомобиль БА-64 и другие марки. Я бы с удовольствием передал на время свои автомобили человеку или организации, которые сохранили бы их в таком виде и обязательно показывали людям, рассуждает Владимир Адамович. Подчеркну, для меня финансовый вопрос не стоит, я готов передать технику бесплатно. Главное, чтобы она не была разукомплектована за это время и сохранилась в том виде, в котором я ее передал. На восстановление одного образца уходит от 3 до 5 лет. Особый интерес у коллекционера вызывают редкие образцы машин и военная техника. К примеру, автомобиль «Амфибия ГАЗ-011». В таком виде он был куплен по объявлению и перевезен из Могилевской области. Примечательно, что в Беларуси такой сохранился всего один из 68 экземпляров. Активно помогают Владимиру Протасене дети. Центр посещает около 30-35 ребят. Вся работа центра организуется по четырем направлениям – техническое моделирование и конструирование, автомобильный кружок, мотоциклетный кружок и реставрация старинных автомобилей.